Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Наш общий дом». В этом месяце свой театральный сезон заканчивает Русский драматический театр имени Антона Павловича Чехова. Для театра это был насыщенный год. Было много новых премьер, у театра появился свой главный режиссер. О том, что было и о том, что будет, мы и поговорим в нашей сегодняшней программе. Театр – это искусство, которое нельзя ничем заменить. Оно всегда на устах. Новые имена, лица, фестивали и премьеры. Все это уже давно стало неотъемлемой частью жизни современного общества. Человек на каждый вид искусства реагирует по-разному, но это сугубо личная его реакция. Искусство для этого и нужно, чтобы спровоцировать человека, заставить его искусственным образом ощущать разные эмоции. Очень сложно гражданским лицам объяснять, что такое театр. Мне очень нравится это выражение. Это очень модное, не модное, а очень популярное выражение среди польских театралов. Называть всех людей, которые не соприкасаются профессионально с театром, гражданскими лицами. Очень тяжело объяснить, что такое диктатор или не диктатор. И что такое демократия или диктатура в искусстве вообще. Знаете, Наполеон, который очень хорошо понимал, что такое театр, он даже написал статус главного национального театра Франции «Комедии Францез», который абсолютно действенный по сегодняшний день. Он знаток был театра. Написал, что демократия, конечно, вещь очень хорошая, и все мы должны стремиться к демократии, но она не должна присутствовать в двух институциях – в армии и в комедии «Францез». Объясню почему. Потому что, когда создается… Вот сейчас снова буду специально говорить не высокопарно, а как раз чуть-чуть принижать как бы планку. Создается продукт, который ты подписываешь своим именем и будешь выпускать на продажу, а спектакль и является таким продуктом. Хотя это продукт творческий, хотя это продукт, как мы всегда говорим, высокодуховный. Сколько там этой высокой духовности есть по-настоящему, да? Неизвестно. Но все равно мы выпускаем какой-то продукт. И я всегда желаю и думаю, что каждый режиссер, которому не наплевать на свою фамилию, на свой продукт, и каждый театр, которому не наплевать, каждый директор, которому не наплевать на продукт, который ты продаешь людям, мы не должны возмущаться, если мы фальшивим, если мы идем в компромисс, когда мы выпускаем продукт, за который люди платят. Да, может быть, это не сумасшедшая цена, но люди теряют свое время 2 часа, 3 часа, вместо того, чтобы муж провел с семьей это время, да, то семья идет в театр. Мы обязаны выпускать максимально хороший продукт. Линас Мариус Зайкаускас – театральный режиссер, преподаватель, организатор многих международных театральных фестивалей. Родился он в городе Поневежисе, в Литве. Имеет большой опыт работы в профессиональных театрах Литвы, Польши, Украины, Румынии, Турции, Казахстана, Грузии и России. Поставил более 120 спектаклей на драматических и оперных сценах. Недавно он стал главным режиссером театра имени Чехова, при этом уже успев поставить спектакли в Бельцах и Кагуле. Нас пригласили работать в Одессу, и приехали мы в Одессу, начали ставить спектакль, не успели его выпустить, и началась война. Началась война, мы надеялись, что война будет такая же короткая, как была в Грузии, на которую мы тоже в свое время попали в 2008 году и пробыли там, как сейчас шутим вместе с нашими друзьями, режиссерами грузинскими, что вместе в одних окопах были. Думали, что война будет короткой, и решили в середине марта поехать в ближайшую от Одессы страну,
и ближайшая страна оказалась Молдовой, тем более еще директор театра Бельцах Нарина Тенесе пригласила нас на постановку. Ну, думали, поставим там спектакли, и война закончится, и сможем вернуться обратно в Одессу. Но выпустили спектакль в Бельцах, война не закончилась. На премьеру приехал коллектив из театра в Кагуле, и директор театра Кагула нас взял в машину и отвез в Кагул. В Кагуле поставили один спектакль, война продолжалась, второй спектакль, война продолжалась. Но приехал министр культуры в Кагуле, посмотрел мой спектакль, и мы как-то поговорили о том, что, может быть, стоит нам переехать в Кишинев, и от предложения Министерства культуры вот так получилось, что мы уже с супругой и с сыном работаем здесь. Я главным режиссером, моя супруга главным художником. Театр – это одно из более тонких, но при этом динамичных искусств, которое позволяет, благодаря талантливой актерской игре, ярко передать чувства и мысли автора, заставить зрителя сопереживать им, а под конец добиться максимального переживания и очищения. Мне просто очень интересно все в театре. Все очень интересно. Я очень любопытный человек, что касается моей профессии. И особенно любопытно мне то, где побыть там, где я еще в своей профессии не бывал. Пощупать то, чего я еще в своей профессии не щупал. Сделать какие-то эксперименты не над профессией, а над собой, чтобы понять, а что еще я не знаю в этой профессии, чего я еще не умею, что для меня еще является новостью и каким-то темным лесом, так скажем. Мы привыкли, что театр – это культурный способ провести свой досуг. Но все же должна быть какая-то другая мотивация. Мне кажется, что публика, в особенности современная молодежь, постоянно думающие молодые люди, получающие огромное количество информации и вынужденные справляться с ней, посещают театр все больше из-за потребности найти ответы на вопросы. Их можно отыскать и в кино, и в книгах. Но когда тебе прямо в лицо, со сцены, случайно заявляют именно то, что ты ждал, то ощущение совсем другое. Пища для ума – вот то, что пытается дать зрителю театральной постановки. Когда меня спрашивают, а какие темы мне близки, все темы, какие касаются человека, все темы мне и близки. Я понимаю, что есть режиссеры какой-то определенной темы. Вот, допустим, великий режиссер, кинорежиссер Милош Форман покойный, у него была тема «Личность и общество», да? «Личность против общества», «Общество против личности» и так далее, и так далее. И эту тему он из одного фильма в другое все время и эксплуатировал. Я же как бы... Меня волнует все то, что волнует каждого человека. Все темы, которые волнительные, неволнительные и для меня. Что, как это получается, что я вижу так спектакль или по-другому, я не могу ответить точно. Потому что начинаешь читать пьесу, и иногда бывает вот... «Лавина» – пьеса турецкого автора, которую я поставил в Бельцах. Я ее начал читать, и на первых страницах я даже не знал, чем она закончится, потому что это была новая для меня пьеса, это современный драматург. Я уже видел спектакль. А вот когда я ставил «Короля Лира», я с «Королем Лиром» мучился 5 лет, и я его не видел, никак не видел, и вообще отложил, не думал уже про него. И вдруг, оп, один прекрасный день в поезде я читаю «Короля Лира», и я вижу этот спектакль перед глазами и понимаю, что могу ставить. Как это, почему это так происходит? Есть такие пьесы, которые ничуть не менее талантливые или гениальные, чем «Король Лир», которых я еще никак не вижу. Да? Почему я работаю в одной или в другой стилистике?
Трудно мне тоже ответить. Это все за меня Господь Бог решает, что вот сейчас тут попробую, а сейчас тут. Может быть, из моей любознательности, потому что, да, мне очень интересно выйти на новые какие-то площадки, в которых не работает традиционный театр. Это было мне и раньше очень интересно, и сейчас. И вот есть спектакль, который... играется в витрине театра, а зритель и подсматривает, и подслушивает по своим телефонам, потому что если будешь в сквере театра сидеть, то будешь только видеть картинку, звука не будешь слышать. Значит, нужно свой телефон настроить так, чтобы был слышен звук. Пьеса Жана Кокто «Человеческий голос» – вершина драматургии в жанре моноспектакля. В центре истории женщина, которая говорит по телефону. Перед зрителями предстает интимный портрет героини, чья выразительность и индивидуальность преодолевают внутренние и внешние стереотипы и дисгармонию. Совершенно неожиданное предложение я получила от нашего главного режиссера Линаса Зайкаускаса сделать этот спектакль по пьесе Жана Кокто «Человеческий голос». Это монолог. И для меня, конечно же, это совершенно новый этап и в моей жизни, и в том, что я делаю в театре. И волнительно, и страшно, и в то же время очень интересно, как всегда. Все такое вот, как авантюра, да. Тем более, что предложение было абсолютно нетрадиционного такого характера, потому что играем в спектакль мы не в большом зале, не в малом зале и даже не в самом помещении театра, а вот в витрине театра. Да. И тогда создается впечатление у смотрящего зрителя, что он буквально подглядывает за течением чьей-то жизни. Все происходит, да, на глазах. Развивается вся история, все понятно становится из этого монолога. Ну, пьеса такая вот, сыграна великими актрисами, поэтому мне было у кого учиться. Здание театра Чехова само по себе театральная рампа. Поэтому режиссер спектакля решил использовать это преимущество и переместить зрительный зал на улицу, в театральный сквер. Сам спектакль разыгрывается за стеклянным фасадом, создавая впечатление того, что мы подглядываем в чужое окно. Еще одним новшеством постановки стало использование элементов цифрового театра. Для того, чтобы слышать голос актрисы, зрителям понадобится мобильный телефон с наушниками, мобильный интернет и мобильное приложение. Этот спектакль стал продолжением проекта «Ломая стереотипы. Театр Чехова меняет город», который стартовал 27 марта во Всемирный день театра. Идея проекта – использование самых необычных открытых и закрытых городских пространств в качестве театральной сцены. У меня были опасения по этому поводу, потому что действительно мы привыкли, что у нас есть такой энергетический обмен, то есть даже вот как дышит зал, как мы говорим, да, это абсолютно ощущается и во многом бывает так, что влияет на то, как идет сам спектакль. Потому что больше или меньше артисты все равно участвуют в этом обмене, реагируют, конечно же. И от количества зрителей зависит тоже настроение, да? Ну и как бы и подача может меняться. Может быть, это неправильно, но так оно часто случается. В моем случае я для себя вдруг открыла, что в этом материале мне, наверное, повезло, потому что я зрителя не вижу и не слышу. Я буквально нахожусь только на связи с воображаемым героем, с которым я веду диалог. Мне кажется, в этом какая-то для меня удача даже, потому что я не ориентируюсь. У меня нет отвлекающего вот этого момента. То есть я абсолютно нахожусь в той ситуации, в какой находится, ну, героиня пьесы как-то. Музыкально-драматическая композиция «Дорога к тебе» создана по произведениям и переписке одного из самых значимых румынских поэтов Михая Еминеску. Специально в внешкольных каникул театр Чехова включил в свой репертуар этот спектакль, чтобы школьники могли творчески провести свой отдых. Этот спектакль интересен зрителям всех возрастов, но особенно юному поколению, потому что повествует не только о непростой судьбе Михая Еминеску, но и о светлой и романтической любви поэта и его музы Вероники Микли.
Перед зрителями предстает не столько монументальный образ классика румынской литературы, сколько живой человек с его страданиями и радостью, воодушевлением и разочарованием, взлетами и падениями. Если говорить по хронологии, то с начала года 2023-го состоялась премьера нашего спектакля, говорю нашего, потому что это такая, можно сказать, коллективная работа по произведениям Эминеску. На самом деле это произошло к его дню рождения. И была такая идея, может быть, читать его поэзию. Но поскольку была очень такая творческая группа, собралась, нас 9 актеров, и когда мы стали думать о том, как собрать этот материал, мы поняли, что хотелось бы говорить не традиционно только о самом авторе, а, наверное, скорее попробовать для себя шире понять его судьбу. Да, причинно-следственную связь, почему сложилась жизнь именно так. До того, как мы получили такое предложение, у меня давно была мысль о том, что интересно было бы как-то со зрителями поговорить о судьбе его музы, Вероники Микли. И я много об этом узнавала и поняла, что судьба настолько необычна, трагична, и в то же время она перекликается с судьбами многих женщин, которые посвятили свою жизнь гению. Вот, и с этой точки зрения было интересно рассмотреть их отношения, то есть вот эту вот биографию этой любви. Когда стали собирать материал, оказалось, что вся группа так или иначе давно интересовались как самим Михаилом Минеску, его поэзией, читали, изучали, кто в университете, кто в школе. И как бы эта идея, как я говорю, витала в воздухе. Вот, мы стали собирать материалы и увидели, что у нас получается довольно-таки складный сюжет, потому что если рассматривать поэтапно, да, вот со времени их встречи и на протяжении 17 лет, все укладывается в одну канву, в канву того, что если рассматривать те точки соприкосновения, да, по хронологии, где они пересекались, встречались, потому что судьба то сводила, то разводила, вот, то получается интересная история. И мы отслеживаем эти этапы, да, их пути. И у нас получается действительно такая дорога. Дорога от себя к тому человеку, которого ты любишь. И я так рада, что у нас собралась творческая такая вот группа, потому что и молодые подключились, и актеры старшего возраста. И все привнесли все свое, что они знали, что читали, что где-то было как-то где-то вот отложено в какие-то, да, вот такие дальние углы памяти, ну и все это получилось саккумулировать в общую историю. Плюс еще нам так повезло, что нас поддержали наши замечательные народные артисты и Михаил Иванович Мунтян, и Мариан Стырча, и солистка Яна Демирджан. И получилось, что мы не только говорим, а мы поем, у нас много музыки, есть у нас еще и танцевальная партия, потому что Марта Михайловна Мадан, руководитель танцевального коллектива «Фламенко», предложила включить в эту историю еще и танцевальную композицию. У нас есть душа. Вот она, да, у нас такая белая, чистая, и в исполнении Маруси Ткачук. Это совершенно вот самый молодой участник нашей команды. И это действительно и звучит, и выглядит очень харизматично. Я, конечно же, хочу поблагодарить и коллег за то, что я нашла в них столько участия и понимания. И это самое дорогое, наверное, когда есть люди, которые взаимно симпатичны друг другу и могут друг друга поддержать. Для меня как бы как в театре, в коллективном
деле, да, это, наверное, самое важное. Я надеюсь, что театр не только есть, а что у него есть большие перспективы. И хотелось бы видеть еще больше молодых. И, наверное, именно ориентируясь на такое подрастающее поколение, на ту публику, которая когда-нибудь станет взрослой, понимающей, абсолютно нашей, для того, чтобы ее воспитать и привлечь, мы сделали спектакль вот по Эминеску, потому что в рамках школьной программы и вот на экзамене по бакалавриату был вопрос по поводу «Луча Фрула», у нас он тоже звучит, и мы говорим об этом. И, конечно же, вот это нетрадиционная подача спектакля по пьесе Жана Кокто, которую сделали на Зайкаускас, тоже в этом плане такой расчет и на современного молодого человека, который умеет обращаться с современными гаджетами, да, который совершенно в курсе этих трендов и которому будет интересно подключиться таким образом, да, через всю систему и быть тет-а-тет со мной на связи. Так что очень жду зрителей на наших спектаклях. Также театральное искусство можно рассматривать как определенный способ воспитания подрастающего поколения. Это живое слово, оно действует на маленького зрителя уникальным образом, когда слышишь его вживую. Театр всегда был отражением действительности. Обществу, как в зеркале, показывали его уязвимые места, его проблемы и достижения. Затрагивание социальных проблем, воспитание добра – одна из важнейших задач театра. В этом году на суд маленького зрителя готовится премьера спектакля «Легенда о храбром витязе Фет Фрумосе». Наша сказка совершенно не злая. То есть, естественно, в ней присутствует Лаур Балаур, ведьма, которая этого несчастного Балаура постоянно шпуняет. То есть рулит всем процессом конкретно ведьма, мама. Сыночку побивает там временами. Есть у Балаура старший сын, дочки, два младших черта. Но они все не злые. То есть мы изначально отказались от того, чтобы сказка была жестокой. Никто никого не убивает. Они больше все не страшные, а смешные. Обожаю свою профессию, и честно вам скажу, это вторая моя роль в сказке для детей. И счастлива, спасибо господину Бояркину, что пригласил меня. Очень люблю эти сказки, потому что, знаете, сложнее играть для детей. Они настолько, ну, их не обманешь никак. Я очень любила сказки и в детстве, и добро побеждает зло. И про это сказка, что добро и зло все время, ну, вечно рядом, но не могут быть вместе. Работа очень интересная, очень такая насыщенная. Роль, которую я играю, да, Лаура Балаура, он такой очень колоритный, то есть не просто злодей. Вот Лаур Балаур, да, как это змей, это там дракон, ну, злые и все. А нет, здесь он очень насыщенный, то есть ему как бы свойственны какие-то человеческие качества, то есть он любит там своих детей, например, да, то есть тут отцовские чувства проявляет. Боится мать, то есть он с матерью у него так, ну, он мамин сын, так скажем. Вот, потом ему как бы свойственно и ошибаться, и бояться, потому что когда вот приходит Фет Фрумос, да, то есть вот этот момент страха, то есть не просто я такой бесстрашный, прикрывается своим бесстрашным, бессмертием какими-то волшебными вещами, то есть если бы не эти волшебные вещи, ну, обычный человек, так скажем, то есть очень такой колоритный, и очень хорошо, что в театре у нас будет вот такая сказка. С самим Фет Фрумосом я не была знакома. Когда я услышала, что вот будут ставить такую постановку, я прочитала, посмотрела фильм старый, как бы, чтобы вообще понимать, о чем здесь суть, как бы, само. Ну, так, в принципе, нет. Сильно-сильно знакома не была. Но это очень, конечно, интересно, что-то необычное. Репетируем, стараемся, работаем. Вот каждый день танцуем, потому что будет много красивых танцев, очень красивой музыки. Потому что наша молдавская музыка, конечно, она очень красивая, та старая, когда-то вот
тех времен. Хотелось бы, конечно, напомнить, что она есть нашему молдавскому народу. Сначала, конечно, с опаской, потому что это первый опыт национальной драматургии, фольклора. Но почему бы и нет все-таки? Ведь наравне с русскими национальными героями, с Иваном Царевичем, Алешей Поповичем, есть же и наши герои, наши национальные, о которых тоже нельзя забывать. Такие герои, как Фет Фрумос, Ильяна Касындяна. Возможно, современные дети их и не знают. Ну а почему бы и не напомнить, что и у нас, в нашей стране, испокон веков, есть такой герой, который наверняка и сейчас среди нас есть. Конечно, все сложнее в эпоху нейросетей, интернета, спецэффектов, чем-то завлечь детей, удивить. Но я думаю, что перед нами не стоит задача удивить. Перед нами, наверное, стоит задача напомнить, что помимо спецэффектов нейросетей есть обычные человеческие взаимоотношения, отношения мамы с детьми, отношения добра и зла, которые в нашей сказке, естественно, ничего нового не будет, но добро победит зло. Естественно, победит. Хочется в это верить. Мы очень ждем наших деток. Это спектакль не для детей. Это спектакль для всей семьи. То есть возрастной ценз... Я думаю, что здесь найдет отклик и взрослая публика, и совсем маленькие детки, и среднего возраста, и даже подростки. Потому что не будем раскрывать всех карт, но я думаю, что мы найдем чем заинтересовать. Правдивость, театральное искусство всегда было очень честным. Чтобы затронуть душевные струны и мысли человека со сцены, нужно нести только правду, верить в того героя, которого играешь. На несколько часов сливаться и вставать на его место. И тогда публика забудет, что перед ней всего лишь сцена, а на ней только игра. Я всегда стараюсь, чтобы зритель, который придет на мой спектакль, понимал, что этот спектакль сделан честно. Абсолютно честно. Что я предлагаю ему купить билет, не предлагаю... фальша, не предлагаю каких-то компромиссов. И так театр искусства компромиссов, потому что ты работаешь примерно со сотней человек, связанными с этим спектаклем. И, как я сказал, каждый из них – лебедь, рак и щука. Все равно приходится делать какие-то компромиссы. Но вот максимально довести спектакль до премьеры и продать билеты, и чтобы зритель сказал «да», эти люди на сцене нас не обманули. Да, может быть, это не самое великое искусство. Может быть, не знаю, режиссер Слава Самбриш лучше, чем режиссер Лина Зайкаускас. Да? Но Лина Зайкаускас и команда Чеховского театра, если он ставит в Чеховском театре, Когульского, театра в Бельцах, работали честно. Вот это главная моя задача. Я не знаю, каким я бываю. Добрым, диктатором, жестким. Наверное, всяким. Всяким в разных ситуациях. Будущее современного театра в его многообразии, в разнообразии путей. Существуют и развиваются традиционные, инноваторские театры. Но основой всегда будут две составляющие – зритель и автор. Без литературного материала нет пьес. А без зрителя нет самого театра. Нужна постоянно заинтересованная публика. Она теперь весьма искушенная и требовательная. Театрам приходится ей соответствовать. Ну что ж, дорогие друзья, театральный сезон заканчивается, и уже начинается подготовка к новому театральному сезону. И я надеюсь, что он будет такой же насыщенный и интересный, как для нас, зрителей, так и для самих актеров. А на этом у нас все. Всего вам доброго и до скорых встреч.